Доброе утро, уважаемые рыболовы! Сегодня мы находимся на реке Луза, но не совсем в Лузе, так сказать. Мы находимся в Вологодской области, в Великоучинском районе. Наверное, да, так правильно говорю, да? Тут неподалеку село Первомайск находится, понтоны рядом, там мужички что-то ловят, непонятно что. Мы будем ловить на фидеры. Вот здесь, с песков. Что будет происходить, мы маленько покажем потом в дальнейшем. Пока занимаемся приготовлением прикормки и тому подобным. Так, это панировка? Да? Это Сабанеев. Ты два состава делал, да, в Сабанеева? Да, там два, лещ и фидер, универсал. Лещ, фидер, универсал. И кашу я маленько добавил. Ну кашу я тоже взял сегодня, но ну, я думаю, каша тоже сейчас. Сейчас, мне кажется, этот. От нее толку-то в принципе никакого нету. Сейчас выгодно жрать этот. Как сказать. Кивичков. Опарышечков. Которых у нас, в принципе, этот, не купить, не это, не накопать. Я сегодня буду кормить такой вот штукой. Очень, я сказал, вонючий. Тут снова и очень много семечек. Плюс добавлен ванилин и корки апельсиновые. Так сказать, цитрусовый микс. Много идей. И тоже взял кашу. Каша тоже не совсем простая. Каша сделана на шоколадных конфетах. Когда варил кашу, добавлял туда шоколадные конфеты, они в кипятке растворяются и все равно дают какой-то каше аромат, вкус. Я, конечно, надеюсь, что это будет нравиться рыбе. Не знаю, правда, не правда, но все равно попробую. Экспериментировать надо, надо искать для рыбы что-то такое вкусное. Сейчас я это подяжу. Корку добавил каши своей, она была достаточно такой увлажненной, и сухая прикормка стала уже в такой степени хорошей, что туда добавлять воды в принципе не надо уже. Комочки получаются хорошие такие и быстро разрушаются. Ну если дальше, в дальнейшем будет, так сказать, от ветра, от сухости она. Делали первые забросы. У Алексея уже есть первые рыбешки. Вот они тут плавают. Тут густерка. Подлещик где-то был. И сорожка одна. У меня пока ничего. Алексей ловит у нас на опарыша, а я пока на червяка пробую. Так что надеемся. Сейчас найдем ультиматум какой-то. Будем ловить. На то, что на чё клюет. Посмотрим, что у Олеги за оснастка. Так, это у нас, походу, дело патерностер, да, обыкновенный. Маленько забрулась тут. Леска, какая у тебя стоит на поводке? 0,18. А крючок? Маленький. Маленький, это только. Порыбачим. Пару часиков мы решили с Алексеем перейти на другое место, потому что здесь у нас абсолютно ничего не клюет. Сейчас попробуем перейти на ту сторону. Там яма, может на яме что-нибудь есть. Здесь глубина где-то порядка 2 метров. На песке рыба, видимо, не стоит. Но мы все-таки рассчитывали, что может
осенью рыба на песке вот выходит, ну выходит она, все равно выходит, просто неизвестно когда и зачем. Сейчас решили маленько перебраться на другое место, так что сейчас перейдем в ту сторону, попробуем половить. Вот мы переместились на другой берег реки. Будем сейчас здесь испытывать счастье. Может быть, рыба на вели натуре не стоит и сюда перебралась более на глубокие места. Сейчас испытаем место. Что получится, не знаю. Увидим. Рыбачив на новом месте часа полтора, наверное, да, наверное, не больше. Мы тоже здесь особой рыбы не увидели. Два часа даже, он Леха говорит. Густерина, сорожена, два ярша, блядь. Вот и вся рыба. А, две густерины. Хотим перебираться вот туда, на мостик. Может быть, там рыба есть. Если там ничего, то придется ехать домой. На потоне сейчас маленько посидим. Будет видно, что у нас там такое. А пока... У нас нет ничего практически. Хочешь домой ехать? Рыбачи на новом месте. У нас есть один небольшой вопрос. Вот эта вот рыба была поймана Алексеем. Даже компромат снимает. Да. Непонятно. Сорога вроде, по моему взгляду, это вроде сорога. Ну какая-то очень широкая. И вроде бы не сорога, да? О, окушок. Попался неплохой. Конечно, рыба не фидерная, но все-таки. Давай, Леха, у тебя там клюет уже. Давай доставай того. Оставляй ты его, потом достанешь. Экстрактор дам. Давай. Вот это. Там, наверное, рыба. А у тебя опять катушка, да? Непонятно, что это, что ты тащишь, да? Что-то я мелочь. Шиклики там, блядь. Шиклики на. Леха, расскажи о месте. Вот мы сейчас перешли с места на место. И что ты считаешь, где лучше? И то, что мы сначала там рыбачили, потом там рыбачили, это все было бесполезно, да? Надо было сразу же ехать, да? По твоим подсчетам, вот, кстати, вот, да, поклевки неплохие. У тебя, кстати, на оба фидера клюют. Вот Леха уже наловил кого-то рыбы. Ельцы, сорога. Неизвестная рыба. Опять сорога. Хватит. Не лето, блядь. Кто-то есть маленький. Блядь, точно пошел твой. И хороший.
маленький елец. Не, по-моему, уклейка. Не похоже на уклейку. Не, щеклячь, обыкновенная. Шекле. Куда я девать? Все, рыбалка состоялась, он опять ехали домой. Не, погода, не рыбалки опять не выжилась, а у нас...